Решил я поменять свой автомобиль. В принципе, тачка мне нужна. Нужна регулярно. Есть возможность и желание машину обновить. Позвонил в разные автосалоны, поинтересовался. В одном лишь автосалоне в Нижневартовске дали мне ответ. Приезжайте, мы вам поможем. Я вас соединю с менеджером для более подробной консультации. Скажите, вы бы хотели просто сдать свой автомобиль или же взамен располагаете? Можно и взамен сделать. Я, наверное, уточню это у вас по месту. Можно приехать? Да, конечно. Хорошо, спасибо. Почему же пришло желание поменять автомобиль? Ну, прежде всего, возраст. Во-вторых, по телефону мне менеджер, девочка сказала, что есть возможность нам онлайн-парковку поставить автомобиль. Что это такое, придется узнать. Kia-центр предоставляет такую услугу в Нижневартовске. Всего лишь навсего нужно поехать на авиаторов. Посмотрим, что предложат. Может быть, даже сегодня выставим автомобиль на продажу. Здрасте. Здрасте. Меня интересует вопрос. Я хочу машину сдать к вам на реализацию. Так, первый столик. Продавец остановились пробегом. Здравствуйте. Я, наверное, к вам. Слушаю вас. Объясните, как мне можно взамен моего старого автомобиля, мне, конечно, печально очень называть мой броневик старым, но все равно, мне получить либо новый автомобиль, либо поставить у вас на продажу. Расскажи. Есть три варианта, что мы можем сделать с вашим автомобилем. Возможность его обменять на старый, либо на новый автомобиль. Это выкупить ваш автомобиль для последующей реализации. И третий вариант – это помочь продать вам автомобиль через нашу стоянку. Для этого необходимо к нам поставить машину. Здесь на реализацию непосредственно мы ее будем продавать. Так-так, мне постоянно нужна машина. Я вот утром, вечером езжу на работу и мероприятия разные. Мне нужна машина. Есть ли какие-либо вот варианты, чтобы машина у меня, собственно, была и была на продаже? Слушай, действительно, у нас появилась новая функция, такая как онлайн-парковка. Это, в принципе, все то же самое, что комиссионная продажа, но вы находитесь в эксплуатации своего автомобиля постоянно. Как это происходит? Принимаем ваш автомобиль, проводим ему диагностику, делаем осмотр, составляем с вами полное описание вашего автомобиля. Мы фотографируем все это при вас. Соответственно, после заключения с нами договора вы садитесь на ваш автомобиль, спокойно его эксплуатируете. И в чем же заключается онлайн? Продажа непосредственно вашего автомобиля будет происходить здесь, на нашей территории. Все люди, которые будут приходить, будут знать о том, что у вас продается машина. Она будет размещена во всех наших источниках продаж. Я готов. Что делаем? Мне необходимы документы для вашего автомобиля. Вот водительское удостоверение. Вот это надо? Да, пожалуйста. Ну, мне понадобится ваш паспорт. Паспорт мой. Все хорошо. Так, мы теперь идем на сервис. Сервис. Сервис — это там, где ремонтируют машины, да, или где у меня будут принимать сейчас? Принимать. Принимает. Вам нравится ваша работа? Нет, не то слово. Так. Куда вы меня привели? Я ничего не должна говорить. Не, вы ничего не должны говорить. Кристина, я выставляю свой автомобиль, очень сильно БУ, на онлайн. Вы в этом мне помогаете. Я счастливый, довольный, уезжаю домой. И мы с вами сотрудничаем. Это Kia Центр Нижневартовск. Смотрим дальше. Лебедев Слава. Ключики от машины передаю ребятам. Сейчас будет тачку мыть, диагностировать и вот здесь вот, собственно, фотографировать и выставлять онлайн. Если я правильно понял, все будет очень быстро. Пока мы ожидаем, чай или кофе? Кофе! Кофе! Интересует вот такой вопрос. И машина продана. В принципе, практически все так. Единственное, что так как машина находится не на стоянке, мы заранее согласовываем просмотр. Всю детальную информацию клиент получает непосредственно у нас здесь, вплоть до каких-то малейших дефектов. В принципе, он дистанционно знаком с вашей машиной. Когда вы приехали и подтвердили, что заявленное совпадает с реальностью, он оплачивает, либо подписывает кредитные документы, мы передаем ему автомобиль, вам деньги, ну и, пожалуй, на этом все. Всего 5 моментов. Первое – приехать к вам. Второе – сдать машину на осмотр, оформить несколько документиков.
Третья. Третья — это уже ждать звонка. А, уже достаточно трех пунктов. Ждать звонка. А четвертое — это заниматься своими делами на своем автомобиле. И пятое, собственно, узнать новость о продаже. Kia Center Нижневартовск. Машина уже моется и практически уже подана на онлайн продажу. Я вообще не проигрываю, получается, нигде. И в отличие от обычного авторынка, практически все за меня сделали. В принципе, решайте сами. Мы выбрали Kia Center Нижневартовск. Советую вам. Нормальный автомобиль. Колесики еще в подарок. И мне. Круто. Вот она моя машинка. В одном шаге от просмотра ее менеджерами Kia. Машина готова, осмотрена, помыта. Нам осталось еще сфотографировать. Запускаем процесс онлайн-продажи. Я готов. Давайте. Судя по тому, как быстро заезжают автомобили в эту зону для фотографирования, услуга онлайн-парковки очень популярна, и вы можете воспользоваться ей в Kia Центре Нижневартовск. Вячеслав, обратил после диагностики и мойки внимание на некоторые дефекты на вашем автомобиле, непосредственно на капоте. Есть они, есть. Хозяин, парень. Honda CR-V. Отлично. Прошло 40 минут, как мы в гостях у Kia Center Нижневартовск. За это время мы поставили машину на онлайн-продажу. Машину нам вернули, помыли, затестили и, конечно же, взяли определенный объем документов. Теперь наша машина на продаже, и мы можем ей, собственно, пользоваться. Это называется онлайн-парковка, точно, онлайн-парковка от Kia Center Нижневартовск. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх. Если не понравилось, большой палец вниз. Ну и подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.